Как выглядят модные мужские брови? В этом году много внимания уделяется мужским бровям. Стоит забыть про сросшиеся на переносице бровки. Мужчине придется обратиться в салон за помощью. Мастер должен удалить волоски на переносице и немного проредить всю площадь. Ни в коем случае не делается четкая линия по периметру. Это придаст женственности. Если вам не хватает некой брутальности, но вы хотите выглядеть как настоящий самец, можно сделать брови более плоскими. Уберите волоски на вершине, стараясь сделать линию ровной, без отчетливой верхней точки. Рекомендуется использовать гель для укладки, чтобы волоски не торчали в разные стороны. Как сделать брови мужчине? Перед тем, как делать брови мужчине, следует внимательно проанализировать портрет. Коррекция нужна только в том случае, если брови придают неряшливого или угрюмого вида. Стараясь выглядеть природно и мужественно, мужчины должны удалять лишнюю растительность в области бровей. Сюда относятся сросшиеся брови. Между ними обязательно должен быть небольшой промежуток. Эталоном считаются густые брови, но сами волоски должны быть небольшого размера. Поэтому, чтобы сделать красивые брови, надо за ними ухаживать, вовремя подстригать и корректировать форму. Мужские брови должны быть ровными и симметричными. Выбирайте вариант широких бровей, это добавляет мужскому портрету силы и привлекательности. В некоторых случаях бровей можно подкрасить, однако не рекомендуется слишком увлекаться косметическими приемами. Коррекция формы бровей для мужчин. Мужчинам сложнее сделать лицо выразительнее с помощью коррекции бровей. В отличие от женщин, они лишены возможности экспериментировать и должны придерживаться четких линий и общей строгости. Мужские брови делают трех типов: угловатая форма, ровный горизонт, круглые брови. Брови с небольшим углом хорошо подходят для круглого или полного лица. Они визуально увеличивают овал лица. Ровные брови идеально подходят для овального лица. При наличии маленьких глаз такие брови могут сделать их больше. Если глаза довольно большие, а лоб широкий, лучше брови сделать круглыми, без изломов. Несмотря на ограниченный круг форм, мужская коррекция бровей достаточно сложна. Брови у мужчин немного гуще, и неосторожный подход может нанести непоправимый ущерб. Обычно коррекция начинается с расчесывания бровей, чтобы понять, как они лежат, какие волоски непослушны. Затем проводится стрижка, чтобы убрать длинные и некрасивые элементы бровей. После этого придается необходимая форма с помощью выщипывания. Завершающим этапом будет использование успокаивающего геля, который придает волосам бровей красивый блеск и приятную мягкость. Выщипывают ли мужчины брови? Как выщипать брови мужчинам? Мужчины выщипывают брови, когда хотят сделать их красивыми. Эталон мужской красоты существует. Более того, для мужчин также есть трафареты для бровей, которые позволяют придать им правильную форму. Выщипывание бровей выполнять лучше так же, как и женщинам. Для этой процедуры используется пинцет. После того, как определены лишние волоски, они выдергиваются по одному. Нужно натянуть пальцами свободной руки кожу в области брови, захватить пинцетом волосок у самого основания и резко дернуть его по направлению роста. При значительной коррекции бровей рекомендуется использовать смягчающий гель, который снимет раздражение и успокоит кожу. При коррекции больших участков можно использовать теплый воск, который наносится на область, покрывается бумажкой полоской и отрывается резким движением. Мужчины менее чувствительны к болевым ощущениям, поэтому без проблем удаляют лишние волоски на бровях. Часто очищаемая зона – это верх переносицы, так называемое межбровье. Густые брови у мужчин. Густые брови у мужчин много могут сказать о его характере. Первая ассоциация при виде густых бровей – это стиль Брежнева. Сегодня это перебор, который больше раздражает, чем восхищает. Чаще всего мужчины обладают широкими и довольно густыми бровями, которые не нуждаются в дополнительной коррекции. Это идеальный вариант. Круглые брови обычно предпочитают мужчины с развитым чувством оптимизма и юмора. Ровные и густые брови свидетельствуют о высоком интеллектуальном развитии. Если внешние концы густых бровей немного поднимаются вверх, их обладатель щедрый и мужественный. Сросшиеся густые брови говорят о большой ревности в характере такого мужчины. Излишняя открытость бровей говорит о любви к развлечениям. Тонкие брови у мужчин встречаются редко. От природы мужчины наделены массивными бровями, которые характеризуют мужество и целеустремленность.
Искусственно сделать брови тонкими можно с помощью услуг визажиста, который может правильно подобрать форму и сделать необходимую коррекцию так, чтобы лицо смотрелось красиво и приятно. Чаще всего на подобный шаг идут мужчины с тонкими чертами лица, которые гордятся своей аристократичностью и считают, что густые брови портят их образ. Сделать красивые тонкие брови самостоятельно очень сложно. Нужно понимать, какие волоски можно удалить, а какие лучше оставить. Лазерная эпиляция бровей у мужчин. Современные технологии позволяют позаботиться о красоте бровей на длительное время. Учитывая, что выщипывать брови довольно больно, результат длится не так долго, целесообразно использовать лазерную эпиляцию для бровей. Процедура характеризуется более глубоким проникновением в кожу и удалением не только внешней частицы волоска, но также его луковицы. Лазерная эпиляция абсолютно безболезненна и позволяет добиться идеальной точности в коррекции. Многие мужчины удаляют лишние брови с помощью бритвенного станка, это опасно и результат может быть неожиданным. Световая энергия лазера превращается в тепловую и полностью разрушает луковицу волоса. Оператор сможет направить действие лазера с точностью до миллиметра. Как стричь брови мужчине? Стрижка мужских бровей требует скрупулезности и внимательности. Процедура несложная, но необходимо ей уделить некоторое время. Вам понадобится расческа с максимально густым гребешком и острые ножницы. Перед тем, как стричь брови, их необходимо расчесать и уложить по ходу роста. Это делается для того, чтобы увидеть, какие волоски следует подрезать, а какие можно оставить. Дальше небольшими участками волоски брови поддеваются расческой от основания и проводятся до кончиков. В нужном месте расческу следует задержать и кончиками ножниц срезать все выступающие волоски. Такой подход гарантирует ровную стрижку бровей. В итоге брови будут красивыми и ухоженными. Это избавит владельца от вечного угрюмого и недовольного вида. Стрижку бровей самостоятельно выполнить не так просто. Следует обратиться за помощью к любимой половинке или записаться на прием в салон красоты. Значение сросшихся бровей у мужчин. Как избавиться от сросшихся бровей мужчине? Несмотря на то, что сросшиеся брови – это чисто анатомические проявления, считают, что владелец таких бровей излишне ревнив и очень нетерпелив. Мужчины с густыми бровями, которые не разделены чистым межбровьем, часто могут менять свое решение, у них наблюдаются проблемы с самодисциплиной. Все это общая характеристика, которая может в корне отличаться от действительности. Ведь на характер мужчины влияют не только его брови. К тому же они легко корректируются. Самый простой способ – это воспользоваться пинцетом. Надо лишь правильно сориентировать начало бровей и лишние волоски просто удалить. Обращение в салон красоты может дать несколько дополнительных и безболезненных процедур по удалению сросшихся бровей. Сейчас популярно удаление с помощью специальной нити, воска или лазерной коррекции. В крайнем случае, волосы на переносице можно просто обесцветить или покрасить. Это визуально уберет проблемы сросшихся бровей, но только на расстоянии. Как ухаживать за бровями мужчине? Мужчина должен ухаживать за своим лицом, постоянно следить за его состоянием. Первый признак того, что мужчина за собой не следит, это косматые и некрасивые брови. Уход за бровями минимален, необходимо их периодически расчесывать, подстригать и держать в правильной форме при появлении лишних волосков в межбровье, их следует удалить любым возможным способом. Чаще всего мужские брови требуют стрижки, чтобы избавиться от лохматости и неряшливого вида для того, чтобы брови были красивыми. Их можно немного подкрасить. Эта процедура требует довольно частого повторения, используйте ее только, если готовы уделять достаточно внимания бровям один раз в неделю. Не забывайте увлажнять брови питающим гелем, это сделает их блестящими и здоровыми. Помните, такие мелочи создают целостный красивый мужской образ. Коррекция мужских бровей, советы и отзывы. Перед коррекцией бровей хорошо подумайте, стоит ли при недостаточном опыте обращайтесь в салоны красоты, всегда используйте успокаивающий гель для бровей и не делайте брови очень тонкими. Используйте коррекцию бровей вместе с другими мероприятиями по уходу за лицом. Отзыв: коррекция бровей должна быть минимальна. Только так можно достичь природной красоты, которая характеризуется ухоженностью и аккуратностью. Усилий на коррекцию бровей нужно не так много, но результат действительно хороший. Лицо выглядит молодым, сильным, красивым и волевым.